Давно не виделись. Зачем тебе Эра? Чтобы владеть. Чтобы владеть. Чтобы владеть маме людей. Чтобы владеть тобой. Странно, ты мной владеешь. И еще, чтобы владеть собой. И чтобы вообще владеть способностями, которые у меня есть. Мы решили сделать в МММ отдел магии. Да. Мы комментарий написали? Нет еще. Ну, как бы мы его написали, но мы его не отправили. Ну, то есть он принял законченный у нас вид? Нет еще. Может, допишем? Ну, блин, давай попробуем. Давай. По-быстренькому, да? А ты что, хочешь со мной полежать? Да. Интернет хочу, работает? Хочу полежать и не поработать. Ну. Давай. Смотри, какой у нас экран тут показывается. Ну и вполне нормально. Посмотрим. Экран движа называется. Так. Вот он, этот сайт. Ну, что написал? МММ вступила в эру сознания. Эра сознания вступила в МММ для того, чтобы... МММ без него не может развиваться. Давай, как это самое. Давай. Вступила для того, чтобы... Я думаю, что, короче, знаешь что? Ну? Давай немножко подыграем. Чтобы влить финансы. А как ты хочешь подыграть? Как? Давай, чтобы, короче, не было слишком заумных фраз. Давай, там действительно, да? Зачем эра вступила в МММ? Зачем эра сознания? Они же ни хера вот сейчас не понимают, кто такая эра сознания. Сейчас вот начнут чесать, короче, яйца до свои мозги. Чтобы в эру жили финансы. Ну, короче, ты знаешь. А подожди, а где продел магии? Так. Эра сознания вступила в МММ для того, чтобы создать отдел магии. Точно же? Ох, давай просто, короче, я вступил в МММ для того, чтобы создать отдел магии. Это намного проще. Ну, для понимания. Конечно. Чем проще, тем лучше. Чем проще мы сейчас скажем, тем быстрее вы все поймете. Врубай. Я вступил в МММ, чтобы создать один.